Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, смотрите игровой канал Вредного Енота. Со мной Йок, где-то он спрятался. Всем привет. Он же Ваня, он же русский мишка. Сегодня мы что делаем? Как я уже говорил в прошлой серии, нас зарейдили, базу там не показывал. Сегодня мне хотя бы не так стыдно показывать, как в тот раз было бы. В общем, мы что сегодня делаем? Мы сейчас ее еще достраиваем. Потом идем мы за колобком. У нас с колобками вообще проблема просто дикая. И что-то у меня еще со стенкой тут какая-то дикая проблема. Дай хер на нее. А, не, вот ровненько встало, отлично. То он как косо стояло. В общем, суть в чем. Сегодня нам нужно добыть колобка и немножко вот базу построить. Ну, базу мы, в принципе, сейчас за пару минут построим, потому что ресурсов ни хрена нету уже. Соответственно. Ой. Ну ладно, пускай так будет. Типа туалет тут будет у нас, вот. Маленькая-маленькая комнатка. Пойдем за колобком и, наверное, в ближайшем будущем посмотрим. Нам нужно молоко виверны. Вообще дико нужно молоко виверны. Потому что? Потому что выращивать. А это тебя кто так убил? Ты какой ты бомж. Не стыдно, а? 105 левела бомж убил. Пошли его это убьем, а? Тоже. Ну, не... далеко он. Да, ну у нас верно есть, долетим. Не, давай его звоним, почему нет? Все равно нам за колобком летать. Так, сейчас перекину. У нас крыши самой поганой нету. Металл еще плавится. Но я думаю, под конец серии мы ее все-таки сделаем. Может, тут металл есть, плюс мы старую сломаем крышу. Наверх немножко перенесем. Хотя, кстати, я что париться. Прям сейчас начну переносить. Сейчас мне еще 10 секунд, и я появлюсь. Давай, ага. А чё, тут одна до кровати у нас стоит? Я ж там вроде 3 или 4 их делал. Не, это у меня, когда идет. У самого. Да. Ну как-то его... Ладно, потом я начну делать уже и это. А то тут крышу запарюсь потом. А то у нас, видите, у нас Рекс не влазит. Ну, вон. Потолок, головка жмет. Совсем глупо станет. Прикинь, да, ты видел где-нибудь Рекса с прессованной головой? Он будет такая же, как у Виверны. Не видел. Вот, такая же, как у Виверны будет, ну видишь, плоская вся. Так, ну в принципе, на базе я все, что хотел, я сделал, я все построил. Там больше металла нету. Не, ну хотя, в принципе, можно начать уже как бы. Тут наш будет этаж, пол. В принципе, стенки можно строить уже. Тут уже. Ты в соседнем домике не смотрел бы там есть. Я все уже оттуда перетащил сегодня днем, забегал. Идем вечером. Оттуда чисто переезд сделал такой. Все перетащил. Все. Кстати, а где Дэнни? Ну, она уехала. Не-не-не-не-не. В смысле, тут-то она где валяется? Где-то валяется. Не знаю. Ладно, фиг. Фиг с ней, пускай валяется дальше. Ну чё? Полетели. Сколько времени? Ой-о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 й. Нет. Всем стоять. Я пошутил. А ты стой. На, воду на нашел. Че, где валяется? Где-то в будке скрывать. А, в маленькой в этой. Угу. А, все, нормально, пока там сидит. Там более-менее безопасно пока. А может на волках прогуляемся? А вообще давай. Так, подожди, нам знаешь, что надо на опушку взять. А есть еще одна птица. Птица, да, наверху? Вторая сидит. Давай в пещерку сходим, может, как думаешь? Потянем. На волках, да. Там красивая вообще пещера, я тебе покажу. Ты уверен, что на этих волках у нас 126 вон? Спаситель мой, когда я тут выживал, пытался до базы добежать. А, нет, он потянет. Это большой потянет, я думаю. Ты мог хп на мне, мальчик. А у меня 1700, у него дамага маленький. Ну давай, в принципе. Так, знаешь что, тогда предлагаю на всякий случай броню может делать металлическую. Надо меховую лучше, там холодно. Так, ну меховая у меня, кстати, есть где-то. Возьми фляги. Меховой так. Сейчас где-то у меня валялась моя. Хочу починить просто. Че, надо еще. Блин, а куда я ее скинул-то? Ты ж мне скажет, подскажет. Ладно, ребят, колобок пока отменяется. Так, оружие не беру. Блин, а куда я реально ее скинуть-то мог? Точно знаю, блин, вот сегодня
когда переезжал, специально скинул, чтобы она не мешалась. Куда, бля, кому-то? А, вспомнил. Точно. Вот в этот. Вот она, моя. Никовушка. Еще починить только надо. Так, а что, она не тут чинится, что ли? Так. В смысле? А где она ремонтируется? А! Все нормально. Это у нас все есть. Так, у тебя дерево кожа. Здесь есть дерево? А, все в сейфе. Угу. Шкуру сюда перетащу. Ресурсы все есть, я просто все в сейф перетащил. Так, что там еще? Металл, скидка металла. Довольно удобная штука. С плюс вот это вот. Берешь просто металл, что угодно, берешь и перекидываешь, что нужно. Выделил все, бац, пум. Все, вот они. Перекинулись сразу. Вообще удобно. Ну да. Так, и волокна. Все, и он сели чинить. С моей есть, что не так-то. Слушай, а где она ремонтируется, броня эта? В верстаке, где и крафтится. Ай, твои штаны. Ну что-то вы... В этот запекал ее. Верстак пришел, не ремонтируется. Станок пришел, не ремонтируется. Во, отлично. Так, надо волков мясом загрузить. Кстати, да. Да это... А, посмотри, в кормушке есть. Я только что наверное летал. Кстати, ребят, знаете, тут что пофиксили? Все-таки с этим инвентарем классно сделали. Теперь опять можно по половинке все это перекидывать к себе. Это вообще классно. Так, одеваем. Все. Шапка экспедиции есть. Кого? Броню-то давай. Броню-то. Давай сделаем, там вроде даже ресурс еще есть. Все, сейчас пару минут и будет готово. Чего, этого волка так же, да, из головы штыри торчат. Ну тут уже я их закидывал, честно говоря. Нет, вот у этого из бочины. Ой, что-то я лаганул. Да вот из головы. Ну, блин, всякое бывает. Не всегда лоботомия проходит гладко. Зато они не потеряются нифига. Я вот все, что мог, везде все, блин, напичкал. У нас вроде все они. Это маячки, да? Да, я только вот на Рексе не помню. Нет, на Рексе, кстати, нету, надо закинуть. Где-то. Я их, наверное, сейф перекинул. Сейчас гляну. Потому что я их запасом сделал тогда. Так, и маячок. Так надо поесть. Типа не поесть, а сейчас сделаем. В смысле, еда в холодильнике. А есть, да? Да, ты чё? Я же говорю, сегодня пока переезжал, оно там все, блин, и плавилось, и готовилось. У нас поэтому и металла сегодня столько. Что пока переезжал, несколько раз КД было. О, все. Заклеймил я его. Так, вроде у нас все, да, они заклеймённые. Так, ну все, я готов. А, подожди, у нас еще аргент наверху не заклеймённый, сейчас, секунду. Последний как раз. Во. Кстати, ему надо себе сделать. Подожди, вот есть все. А, это ж тот, который я вчера томил-то. Точно, я сижу где-то. В смысле, а что еда тут делает? Подожди-ка. Ни хрена, прикинь, да я забыл перекинуть. Сейчас и этот, я выкину в холодильник. Холодильников тогда не было, я сюда просто перетащил и все. Че, седла нету еще второго на агент? Или ресурсов? Не, не делал. Да не заморачивался как-то. Ладно, сейчас давай сделаем, но. Да я сделаю. Не выучил, мне пока сделать. Давай, мне, по-моему, нифига не выучил. Так, я, короче, верстак кину. Вот, локатор. Хорошо. Так, все я сделал, сейчас идем в него. О, наши эти яички. Верны. Короче, схема работает. Прилетаешь на птере, тыришь яйцо, пихаешь птеру и умираешь, а птер улетает. Вернее, ну, ты не умираешь. Не работает. Не, ну как, пока ты бежишь, раньше как работало. Бы. Пока ты бежишь. Ну даже не улетит. Ну. Насколько хватает? Так. А что, ты оружие берешь, что ли? Ну да. А что ты хочешь? Надо вытащить. Подожди, давай так, я тоже возьму. А что тут с ружьем хочешь сделать? Стрелять буду. А, ты именно боевые, да, взял? Да.
А у там нас еще одно ружье держит. Так у нас винтовка есть. У меня тогда полимер горел. А ты мне сделаешь броню? Я тебе сделал, она в верстаке уже. Да? Ладно, сейчас. Ну давай, винтовку возьму тоже. Там я патроны оставил. Ну, я хотел штурмовую, на нее патронов нифига у нас. Я сейчас и не сделаю. Так, где-то она. Сюда. Так, дротики нафиг. Не, ну в принципе жить можно. Не супер, конечно, но пойдет после рейда. Нищебродами стали. Были нищебродами, стали еще нищебродней. Не, ну что, лайки, уже лучше куда. Не, ну понятное дело. Так, сейчас я буду. Что-то инструменты себе не вижу. У нас дерево классно, мне вообще нравится. Я с бобром два раза выгулил бобра, все, у нас есть дерево и пономать сколько. Да, и факел. Вы где ты кого анкил? Че говоришь анкила? Я говорю, где ты кого анкила хорошего нашли? Так я летал тогда, искал. Ну, кстати, я тут недалеко бегал, на удивление. Че сразу попал? Он 125-й что ли был здесь? 135-й, уж не помню. Сразу на глаза попался. Бобёр-то вообще случайно, я у них пасту тырил. Он на меня напал, и я его успел. Все, и как-то ненормальненько. Я тащил тут, притомил. В общем, ружье по сотке выносит обычного. Пойдет. Шапочка такая. Блатная. Так, полетим, я так понимаю, на аргентах, да? И потащим волков. Да. Давай волка выводим. Я его уже вывез. Так, значит, я тоже все аргенты забираю. И погнали тогда. В принципе, довольно быстро уложились. Я думал, дольше сейчас будем возиться. Только они дохлые. Че, куда летим? Ну, полетели за мной. Ты знаешь что? Мы с Дашей разговаривали, она предлагает тут лифт сделать прям по водопаду. Тут ровненько. Я был кого сделать? Лифт. Прям по водопаду. Я и говорил. А, ты, да? Ну вот надо вот делать будет. Пригодится точно. А то мы вчера с этим Рексом, это вообще кошмар, когда там по вчера. Вообще жизнь. Что, ладно, спустили. А как его сейчас поднимать наверх? Так, а в пещеру ты в какую хочешь? Сейчас, координаты гляну. Это не там, где между двух островов-то река, когда туда летали? Не, не там, там другая. Что-то далековато туда перейти. Не, недалеко. Так, ты где сейчас? Я вот, рядышком. Вижу, полетели туда. Точно, нам колобка будет по-любому прийти, смотрите, сколько камней. Где-то на колобка какой-то толстенького, хорошего. Чтоб веса было много-много. Санкила запарился, он полностью... Чё случилось? Нифига, ты где? Он найти-то успел. А ещё нам нужно голема убрать нахрен. Вот же, смотри, один удар, и волк почти готов. В смысле? Так он 120, по-моему, всех, нет? Он 216 вынес. 216, а у волка 1800. 1700, нет? Да не, в пещере прокачаем его нормально. Ну, вот я говорю вам, я тогда, спаситель мой. Там на камне остался, все окружили, вот я его там кое-как притомил, блин. Потом на нем сюда пилил. Сейчас же и покачаем их, потом можно будет разводить. Так, а у нас кто? Самец-самка или как? Нет, у нас... Вот зима. За задницу кусака это точно мужик. Не, и тот мужик. Как-то ты странно их собрался разводить.
сориентировался. Да, он у тебя устал. Да, он у меня устал. Ага, давай я тоже тогда посмотрю. Тоже притут. Слушай, а медведя же тут можно, да, тоже притомить? Конечно, можно. Так, а чего нам медведя бы не притомить? Он всекает-то на ура. Или он только дикий всекает? Ей, такой хороший, он и волокно собирает. Да, так, слушай, надо медведя-то притомить будет. Ни разу на медведя не ездит. Можно притомить. Как уходит? Ах ты, блин, я тут забыл. Пока в Аргентине. Нет, ну ладно. Забыл подзорную трубу взять. Каким? Я, по-моему, вернее оставил несколько штук на всякий случай. А там что в пещере? Не подводная какая-нибудь, как мы тогда проходили? Нет, даже нет, нет, нет. То мы там сколько раз уже лоханулись так. Кстати, не в курсе, тут добавили этих больших карасей там в новое обновление на эту карту? Да, добавили. Все, на этой карте я не плаваю, да? Угу. Томить их можно? Нет. Блин. Тогда на мегалодона притомить. По-любому. Можно да, раз... лучше мозазавра. Ну, можно его. Я про то, что уровень как раз тут 75-й левел уже. Я дальше 80-го, в принципе, еще ни разу не докачивался. И думаю, тут быстренько, тем более сейчас пока базу отгрохаю тут. Прокачаюсь поди-ка. Слушай, а им выносливости, что ли, по-моему, добавили, нет? Патчи, нет? Не, ничего не добавляли. А, это у нас просто вкачанные они. Вот у меня не вкачанные, у меня снова устал. Ага. А, так он вчерашний, потому что. А у меня какой левел? А у меня 133 левел. У тебя там выносливость 1200. Ну, у меня 1300. А у меня 800. А, все понял. Ну, ладно, откачу. Так вот, твой вес, кстати, неплохой, 811. В это 820. А что у него там вкачано-то у этого аргента тогда? Такое ощущение, что хпшка. А сколько там? 2400. А, ну да, что-то хрена. Не, ну в принципе, их надо скрещивать. Они вон влюбленные у нас. Аргенты-то? Походу, да? Так вот, здесь у меня. Но я сомневаюсь, что она влюбилась в волка. Ну, знаешь, что локанулись? Mm-hmm. Давай-ка сейчас кроватку скрафтим быстренько на месте. Давай не умрем, не бойся. Где-то это я уже слышал. И уже не раз. Особенно это перед входом в пещеру такая фраза звучит часто. Не, в этой-то нормально. Мы приготовились, подготовились. Нет, это я тоже уже слышал. Так, куда нам дальше? Надо отдохнуть, отдохнуть. А то не долечу до туда вверх. Ну, уже да, надо этот вкачивать, вообще выносить жестко. Что у меня вот она только-только к половине приближается. Как ты отдыхаешь странно. Даже подвисло. Человек. Ты смотри, ты нам сейчас пашню делаешь под водопадом. Вот это стоит. Нет, там. Отвис, нет? Да, да, да. А, вон, ты уже. Я уже за тобой полетел, но хоть следить, куда там пропадешь. Блин, ну Тарута нет вообще. Да чайки вологодские стали. Были воробьи обыкновенные, стали чайки вологодские. Сильно как чайки стали орать. Как пара-то ей. Че летим? Ага. А, нам наверх что ли? Угу. Понапичкали, конечно, этих пещер. Она, знаешь что, нам нужно подготовиться, будет потом на босса походить. Я хочу... На босса? Да, я хочу тег-броню все-таки. В принципе, тег надо можно по-любому. Это устроить. Можно, только она, мне кажется, очень рано еще. Я, блин, вспоминаю, как мы на Мантикору ходили, это была жесть.
он же даже, наверное, шли. Так, где там? Да я снизу лагаю. Когда в последнее время лаги жестокие идут. Блин, он кило сейчас с тобой нету. Металл наш. Да. Так, чё, куда? Так, пока прямо все. Да, погнали. Там где-нибудь на вершине ты, что ли? Замороженный? Нет. Вроде этого несчастного гоняли. Замучили. Так, вверх не надо, давай прыгай. Ага, не отдохнуть надо. Давай. А ты волков не закидывал мясо? Я закидал своего. А твой это какой? Который, на котором я или на котором ты? Который маленький. А, ну все. Ну, на этом, кстати, было, я смотрю. Ну, я так... Халявное мясо съел, а он халявный мясоруб. О. Вот тебе халявный мясоруб сразу. Ой, что-то перевес у меня. А я? Я... А чё? А ты-то откуда, блин? Дебил. Пятого левела. Так, а, все на месте все. Ну что там есть у него? Стрелы, рогатка. В принципе, я это возьму. Она все равно пригодится. Как говно. Это не надо. Кстати, ты заметил? Вой их не слушай. Все, подожди, давай еще раз. Ну, а был какой? А был как настоящий. Да, все нормальненько. Че, погнали? Я сейчас, знаешь, как собаки пищат, куда их режут. А раньше как пищали? Как не собаки, как кошки. Нет, ну раньше они как-то получше. Звук был приятен. Ну, мне кажется, они вот с этой ерундой, мне кажется, я заморачивался. Лучше бы сделали какие-нибудь тогда уж эти. Оптимизацию, еще что-нибудь получше. Ребят, мы продолжаем, у нас тут такой внезапный гоп-стоп произошел. Приземлились на это, отдохнуть. Это что? И сожрали. Да, и сожрали. Короче, сожрали нашего волка. Пришлось вылавливать. Тупо, блин. Час где-то, сколько там потратили, хер знает сколько. Томили вот этого волка. Отбивались от других сволочей, вон, блин, еще остались, блин. Все израненные, ну, тем не менее, мы уже почти на месте. И, кстати, у нас хорошая новость, это у нас самка, да, самочка. Вот. Так что у нас вообще хорошо. Правда, левел поменьше, ну да и хрен с ним. Главное, что мы отбили. То волки не спасли нифига, потому что сидели на аргентах. И все, ну вот как-то вообще печально, ну ладно. Вот. Неожиданно налетели. Вот у нас всегда, короче, так. В арке нельзя просто так пойти куда-то и что-то сделать. Это уже это девиз арков просто скоро будет. Ну ладно, хотя бы хоть волка отработали одного, тех перепили, это вот эту отработали. Нормально. Так, сейчас бы вспомнить. А, вот, точно, все. Сюда вот. Погнали. Так, вот тут получается, если заход. Пещера где-то вот здесь должна быть. Это вообще где сейчас нападать клену? А, это водопад, да, где тут? Угу. Я понял. Ну, я, слушай, не знаю, тут ни разу на пещеру не откался. Я, в принципе, тут не летал никогда. Нет, тут и есть пещера. Места не помню. А как выглядит хотя бы? Просто так вход какой-то? Да, здоровый вход очень большой. Так, ну давай, я эту сторону тут смотри. Нет, там и нету. Нету? Все, я в ту сторону лечу. Вроде бы я вспомнил. Сейчас я слетаю, если там, если скажу тебе. Давай.
Вот так вот, Варки, даже если знаешь что-то, то один хрен найдешь. Как мы старую базу. Факела нет, все, минут 10-15 ты в него будешь попадать, потому что нифига не видно совершенно. Че как? Да вот, не вижу. По идее, я здесь. Чем вот чуть выше надо разобраться? Это не голем, интересно? Нет, это не голем. Потом, как вчера, с Дашей по корыце томили, думаю, дай пойду кроватку сделаю. Побежал радостно к камню. Не, ну я успел в задницу ради киркой воткнуть голему. Причем даже с криками «Сто, это голем!» добежало до меня. Но я там уже понял, что это голем, правда убежать не смог. В итоге кроватку доделывала она, я на ней уже резался. Во, вроде... А, нет, не нашел. Так, блин, искать надо сейчас. Короче, ко мне сейчас боюсь разных цветных. Дай, я гляну. Где-то она вот здесь должна быть. Там, если с острова заходишь. По-моему, у нашей волчицы какая-то морда опухшая. Мне кажется, она с бодуна. Это знаешь, это когда вот в игру заходишь, еще прогрузиться все не успело достаточно. Особенно где-нибудь около волка просыпаешься, морда такая, знаешь, опухшая такая пластилиновая вся. Реально, какой-то пчелы наужалили. Она как? Она прям в скале, в горе или там на отдельном камушке? В горе какой-то. В горе, я просто сейчас иду с скалы полетел. Другому сейчас пойду. Вообще, координаты. Посмотрю еще раз. Давай. Мясо немножко есть. Ох ты, лягушка. Фига ж себе. А они для чего лягушки? Чтобы хитин. Ой, этот цементную пасту добывать. А она откуда его добывает? С этих, с мух. А, еще и муху найти надо. Угу. Нет, это вообще не вариант. Чего случилось? На тебя? О, смотри, кого нашел. Знаешь, кого нашел? Mm-hmm. Льва. Какого? Сумчатого. Он нам тоже... Ну... Не, подожди, кто это? А, нет, барсук какой. Не, лев. Чё-то не вижу, вчера. Подожди. Блин, сейчас. Сейчас посмотрю. Кто ты, зверь? А, нет, барсук. О, бесман. Я задумал лев сумчатый. Нам, кстати, надо львов сумчатый. Опа, Рекс. Нам еще Рекса надо. Самку, да, по-моему? Вроде да. Ох, он тут вход съел. Тут странное освещение, честно говоря. Там так светло. Не знаю почему. Кто примет? А, ну правильно, ночь наступает. Ой, фу, опять волчары эти позорные. Не хочу, блин, и так уже стаи перебили. Не, вообще на волков надо плодить сейчас. Наверное, на базу прилетим и начнем их спаривать, пускай они плодятся. Ну, начну. Там как раз сколько, пока спаривание, пока вылупится, блин, пока щенок этот. Как раз и базу достроим, во, нормально. Что-то я замерзаю так-то, без факела. Как, нашел, нет? Чуть-чуть еще. Те тут рядом по координатам.
как фото выглядит, не посмотрел? Ну он здоровый такой большой. А где ты на координатах, скажи? Ну это видосики. Видосики. Ладно, а координаты какие были там? А вот они не показаны. Да так надо гулить. Сейчас, подожди. Вот так вот, ребята, в поиске пещеры. Пока в пещеру найдешь с голоду и с холоду помрешь. Щелку всех просрешь. Что не знаем еще, как мы что-то искать будем. В общем, ладно, по-другому. А тут, наверное, ты летишь. Нет, тут, наверное, ничего не летишь. Где я в воздухе? Ты мне значит скажи, а оно в снегу или как? Вход снежный? Смотри, там как идет снежная гора и потом сама пещера. Ну, слушай, я тут что-то нашел. Но я не знаю, чего это видно. Сейчас полечу, посмотрю. Типа пещеры что-то, но что-то не то, по-моему. Ну да, это так вот, проход такой, да. А какой проход? Как он выглядит? Да просто вдоль скалы. Такой левый. Пещера не пахнет тут. Там внутри ледяное. Ну не внутри, а вот снаружи идет. Ну снаружи ледяное тут, но тут входа нет никакого, это так. Вот так вот вдоль скалы тут лечу. А, подожди, слушай. А, нет, даже сам офига. Да тут скалы, типа, знаешь, как арка такая. В скале. Угу. Сейчас планета. Скажу точно. Координаты. Он где-то на вершине или внизу где-то? 57-23. 57-23. Сейчас пойду. Смотрю. Маленько залечу туда доходить. Да, все, я понял, мы не залетели вообще. 57-23. А, ну я с другой стороны горы получается вообще. А где она, наверху, внизу или как примерно? Снизу, снизу. Снизу. Сейчас я перелечу. Что, бедный волк, я за шкирку их таскаю через всю карту. А, не, нафиг, не полезу я на луч. Хотел на луч лазить, тут Рекс. Ну его нахрен. О, это же гигантозавр. Гигантозавра нашел где? А нет, Рекс не гигант. Точно, нам еще гигантозавра надо притомить. Че уж молчится, всех будем томить. Так, погнали. Я вниз спускаюсь, сейчас посмотрим. Я прямо со снежной горы, получается, вниз спускаюсь. Угу. Самый низ надо или где-то посерединке? Что-то с освещением тут вообще непонятно. Ну вот, 57-23, как бы понял. Ну вот, это чудо них, я даю, чтобы так не забыть. Ну это 57, вот я где-то тут, получается. Так, вот, все, я возле нее. Пошел, дай пещеру. Угу. Сейчас, подожди, а мне получается вот туда надо. Тут такая арка еще тебе. Ну это сейчас 57, где-то 25 ориентировочно. Только я опять вверх полетел, потому что снизу входа не было никакого. Значит вверх, ну вот где-то она рядом. Сейчас посмотрю, ну я вот где-то тут получается уже вот. У меня сейчас, знаешь, где? 56-23 где-то так вот. Вот, надо вот ярко это, надо вверх подниматься по ней, и пещера сразу же. А, ярко сразу наверх, сейчас подожди тогда. Сейчас. Да, вот пещера, все, я разумею. Сейчас я на передышку. Я вроде как понял, я сейчас вроде как прям на дарке нахожусь. Если мне понять не изменяет.
Ну вот как арка идет. То, что вот сама вот эта скала, одна, короче, одна половина снежная, другая нет. Ну вот, если я правильно помню, то я вроде как раз тут нахожусь сейчас прям на лету только. Ну смотри, низ у меня не снежный, а верх снежный. Вот арку вижу. Там мамонт ходит, они. Надо вниз. Под арку или на арку? Под арку. Под арку. О, спинозавр. А, нет, это Рекс. Тут почему-то освещение как-то вообще непонятно становится, резко. Ну, как-то оно, знаешь, вообще непонятно. То светло, то непонятно вообще как. Ну, смотри, я где-то вот под аркой сейчас. Потом вторая арка, если что есть. Тут две. Одна снежная, другая нет. Сторона. Вот. Ну сейчас, подожди, я к тебе подлечу, если ты. Давай. Вот прям на нее залезь, на арку. Нифига, она вообще высокая. Я даже сказал, это туннель просто в горе, а не арка. Вон и ты. Я вертикально вверх лечу с луком. Вот на не. Вот я наверху. Над аркой получается. Вверх или. Значит, не на то вверх. Блин. А арка там. Белый луч. Белый луч, видишь, который спустился. Возможно, на горе, который. Или там. Нет, который вот на зеленой травке. Ох, ни хрена себе это ближе. Это вот сейчас только опускается, да? Нет, он уже отпустился. Блин, значит, ты где-то не там летаешь. Я вижу один белый луч, но он только-только опускается еще. Не, этот уже отпустился. Так, подождите, я ну, попробую чуть-чуть посмотреть получше. Тут есть какой-то, но он на горе, на самом деле, на снегу. Ну давай к нему, если он на нашей горе, конечно. Вот вопрос. Сусанины, блин. Ну я вот на той горе, где надо. Так. Сейчас, погоди. Я просто сейчас вертика наверх взлечу, посмотрю, где там белые лучи есть. Ладно, давай лети, короче, знаешь куда. Ну смотри, я отсюда вижу три луча белых. Один на горе, один в воде и один, получается, в болоте. Вдалеке. Опускается еще. Вот, давай на гору. На гору, да. Давай. Вот там аккуратно там Рекс был. Да я подлетаю туда. Он какой-то. Ну да, белый. Это. Я больше белых лучей вообще не вижу. Как вот этот. Ну вот я подлетаю к нему. Я тоже уже подлетел. Так. Я лечу. Но он вообще на другой стороне от меня. А. Не, ну я оттуда только что прилетел. С другой стороны. Сейчас главное на Рексе не рваться, тут шарится недалеко. Он, я тебя вижу. Вот, я тут только что. Ну, только что тут летел. Погнали. А где там, говоришь, еще белый луч? Я белого луча там не видел никакого. Да там он появился. Ну, ладно, погнали, сейчас найдем. Сейчас, ребят, все найдем. Найдем этот долбанный вход. Ну я уже нашел его там. А, подожди, это только появился. Поиск, как пропавший, блин, пещеры. Индиана, енот. А, ты вон где. А я, получается, за углом был. Слева я был.
Я могу сказать, там, где расстались просто, да и все, у водопада. Ну, можно было. Ты за мной долетишь? Да. Ты не устал еще? А, вот половина. А, у меня что-то уже больше. Чуть-чуть устал. А, ну я с волком, потому что, наверное. В принципе, хватит. Оставил одного беззащитного волка тут. Вот разве не были? Так, чё, а аргентов что делаем? На нейтраль или как? Не-не, аргенты, знаешь, куда будет. Да вот сюда, давай прям. Так, знаешь, как спускаться? Прыгай. На лыжах? Ваш. Почти хорошо. Всё, ништяк. В общем, ребят, давайте мы на сегодня серию закончим, чтобы её не затягивать. А в этой серии мы, соответственно, искали все. В следующей мы уже пойдем именно в саму пещеру. А все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, оставьте комментарии, ставьте лайки, делайте репост. Всем удачи, всем пока. Всем пока.